А еще я подстриглась. На меня такое находит, мне надоедают эти длинные-длинные волосы. И я решаю их быстренько убрать. Причем иногда мне такие мысли приходят на ночь глядя. Вчера я думаю, нет, я просто не усну. И где-то в 12 ночи я пошла, взяла ножницы и так лихо себя обкарнала. Такую экзекуцию, конечно, показывать это не для слабонервных. В общем, час у меня ушло на мою подстрижку. Вот, но вот как-то так у меня получилось. Если учитывать, что у меня волос вьется, мне практически что в салоне стричься, что самой одинаково. Результат будет один и тот же, потому что волос, он ляжет так, как он хочет, а не так, как там, ну, может быть, на полчаса. А если я выйду вот так вот куда-то на улицу и будет повышенная влажность на улице, то это все быстренько придет к тому, что обычно и приходит. То есть волос, вот кто знает, товарищи, обладает вьющимися волосами, они прекрасно знают, что это такое. Вот. В общем, вот так вот я себе обчикрыжила. Только проснулась. Ой-ой-ой. Ну да ладно. Сейчас пойдем на кухню есть котлеты. Муж приготовил. Пока мы тут встаем, у меня муж приготовил котлеты. Вот жизнь. Только встали и котлеты. Все. Ну ладно. Ну, я думала, будет хуже. Но ничего. Будет как всегда. Ну, потом можно, конечно, будет еще уложить. Что-то тут разложить. Если использовать какие-то средства, то будет немножечко получше. Но, в общем-то, как всегда, так немножко покороче себя обстригла, потому что, ну, надоело. Волосы тяжелые. Поэтому сейчас вот мне полегче на голове, и начинается новая жизнь. Все. Подстригла. Прическу сделала себе, и начинается новая жизнь. Я обычно это произвожу ближе к весне, когда начинается там уже огородные хлопоты, чтобы ничего не мешало. Но тут надоело как-то мне. Новый год, новая прическа, новая жизнь. Вот это, как говорят, прическа делает человека. Или человек делает прическу. Это как яйцо и курица. Короче, человек сделал прическу, а прическа сделала человека. Пойду посмотрю, какие котлетки там уж сделал.